Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу показать, как рисовать купальник. Я его для себя назвала просто ретро-безобразие, потому что мы к нему будем применять вот такие розочки. Есть отдельное видео, как мы их делали, составляли. Это принт при помощи трассировки. И, соответственно, форма у купальника тоже будет такая достаточно ретро. Так что давайте посмотрим, как все это будет смотреться. Ну, я думаю, что это будет действительно ретро-безобразие, но достаточно милое и интересное. Выбираю я шаблон для нижнего белья. Эти шаблоны есть у нас на сайте, вы можете ими тоже воспользоваться. Ссылочка будет под данным видео, пожалуйста, используйте. А я его немножечко осветлила, заблокировала слой, на котором находится шаблон, создала новый. А выбираю перышко, проверяю, чтобы у меня была толщина единичка, чтобы не была включена пунктирная линия. И был цвет контура черный, цвета заливки мне не нужно. Приближаю. И рисовать я буду начинать с бра, соответственно, его и приближаю в первую очередь. Будет такая, как, ну, приблизительно корсетная бра, но не очень высокая, и высокие трусики с такой жаткой. Ну, я сказала ретро-безобразие, будем устраивать ретро-безобразие. Я люблю пробовать разные стили, и мне кажется, это даже интересно попробовать себя в том, что, ну, не совсем твое, это не совсем моя стилистика, честно могу сказать. Но я очень хочу ее попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть. Думаю, будет выглядеть достаточно интересно. А вот, рисуем чашечку. Так. Не в правильном месте точка. Не даст она мне такую линию собрать. Вот. Так, здесь тоже у нас неправильная линия. Берем инструмент, опорная точка, ее проправляем. Вот уже как бы очень даже неплохо. Деление чашечки у нас будет горизонтальное. Вот так. Поскольку я не планирую здесь какие-то там суперпринты и так далее, будет принт единым, все залито, поэтому не буду разделять, что я имею в виду, разделять чашечку пополам. То есть, в принципе, ее можно поделить, там низ чашечки сделать одного цвета, верх другого, поменять направление принта. Здесь у меня такой цели не стоит, поэтому я в эскизе этого дробления делать не буду, хотя могла бы. Вот. Так, здесь у меня будет широкая такая лямка. Вот так. Немножечко сейчас ее подизогнем, чтобы она так вот смотрелась более мурмяу. И там вот бантик туда. Бантик сейчас завяжем. Вот. Все вместе это берем, раззеркаливаем. Вот. И, соответственно, здесь у нас это все приходит вот сюда на шею. Вот так. Точно так же вторая половинка. Вот так. Там получается узелок. Ну, то, как мы с вами будем видеть. Представьте, что данный купальник завязан на прозрачном манекене. И вот он вот, вот так мы это все будем видеть. Здесь бант. Здесь бант. Но только он будет не с нашей стороны, потому что с нашей стороны тело. То есть мы его сейчас туда уберем, назад. И отсюда вот будут... Рисую бантик наоборот. Мы его сейчас туда внутрь закинем, чтобы он просто был. Чтобы было ощущение от банта. И здесь бант. Вот. И теперь вот эту всю бантовую часть я закидываю назад, потому что она должна находиться сзади. Здесь оставляю только часть узла. Вот, на задний план. Соответственно, ощущение, как будто он там внутри завязан. Здесь надо нам с вами соединить окно. Обработка контуров. Соединяем. Так, и возможно, вот по моим представлениям, нам вот эту часть надо чуть-чуть опустить. Здесь, видите, меняется немножко геометрия. Сейчас мы это все поправим. Так, и нам нужно сделать... Вот по этой форме.
отстрочку. Соответственно, не отстрочку, а место там для косточек сдублируем. Вот. Смотрите, вот так. А эти части мы вот с вами, оп, сюда задерем. И вот сюда задерем. Вот. Здесь тоже расширим. И здесь расширим. Так, отлично. Теперь это все с вами разрежем. И вот эти части заберем как вроде как для косточек. Вот они сюда у нас и встанут. Смотрите, какая красота. Сделаем их потоньше контуром, чтобы они там вот прям вписывались. Давайте зальем все белым цветом, будет лучше понятно, как оно все выглядит. Вот такая штучка у нас получилась. Я поняла, что мне не нравится уровень прилегания. Вот. Так. Соответственно, будут тени. Вот здесь будет глубокая-глубокая такая вот тень лежать под всем этим делом. Вот так. И здесь тоже обязательно будет тень под грудью. Вот так. Тени буду делать обычные, самые, без завихрений. Вот так. Цвет контура не нужен. И мы сейчас сделаем непрозрачность. Как видите, я не стала их прям выравнивать. Вот они просто вот так будут. Единственное, вот это место можно потереть инструментом сглаживания. Такая более упругая линия получается. Вот такая история. И вот этот бантик можно целиком просто немножечко таким более серым, чтобы он на задний план ушел. Это у нас верхняя бра. И трусики. Помним про ретро-безобразие, да? Они у нас будут с жаточкой. Ой-ой-ой. Это, наверное, самый такой. Так. Момент. Вот. Бачок мы такой вот сделали ребристый специально. Как будто бы они пожатые. Сейчас мы их будем выправлять в эту пожатость. Придется немножко нам с вами повозиться с тенюшками. Но оно того будет стоить, поверьте. Вот такая история. Смотрите, вот здесь надо немножко поправить нам с вами форму. Потому что я делала жатку, ну, такую вольную, давайте скажем так, да, то, что вот она там в разные стороны побежала. В общем-то, это нормально, потому что ткань, она так и ложится обычно, но вот, теперь я его блокирую, создаю новый слой, и мы с вами сделаем линеарные истории складочек. Складка может идти до середины, может идти целиком от и до. Такое тоже может быть. Вот, и вот от этих линий мы сейчас с вами вот эти складочки нарисуем. Здесь уже важна асимметрия, именно поэтому я боковинки нарисовала симметрично, потому что этого не будет заметно, а уже все складочки мы с вами прорабатываем отдельно. Это дает красоту эскизу. Вообще, как бы вот эта вот красота, она почему-то всегда требует времени. Я помню, что я когда училась, мне всегда это так напрягало, что, ой, это столько времени, это все вот эти отстрочки, это все надо делать, это такой ужас. А потом, вот когда уже с опытом, не хотела сказать с возрастом, да, приходит и понимаешь то, что, блин, надо добиться того эффекта, который вот мне нужен, да, и это не вопрос того, что я хочу или не хочу, я хочу, чтобы вот эскиз так смотрелся, как мне нужно. И тогда уже немножко плюешь на время. Сейчас покажу еще один маленький секрет, которым я иногда пользуюсь. Кстати, очень удобный. Вот мы с вами нарисовали линии. Теперь мы их копируем. Ctrl-C. Этот слой блокируем, делаем его невидимым. Ctrl-B. И нам нужно с вами нарисовать у этих складок, что? Правильно, нужно нарисовать тени. Соответственно, берем те линии, которые у нас уже есть, и из них создаем
наши с вами тени, то есть мы объекты, замкнутые объекты, будем делать на основе уже имеющихся у нас линий. Это намного-намного ускоряет процесс, потому что, ну, долго это все вырисовывать, а так это вот будет полное попадание, я вам скажу. Вот, сейчас все вам покажу. Немножечко терпения в плане рисования. Тени будут мягкие, поэтому все с ними будет хорошо, не переживайте. Можно их даже подразмыть, если будет очень жестко. Ну, если... Это уже по ткани нужно смотреть. Вот жесткость теней, она как раз показывает структуру ткани. Да? Чем более жесткая ткань, тем более жесткие тени. Если там, например, какой-то бархат, то тени у вас плыть будут, они не... потому что там ворс и вот это вот все. То есть вот оно все. Видите, я использую мои уже нарисованные линии, чтобы не придумывать, куда мне что ставить, а просто на этих линиях. Я создала копию, то есть линии у меня на месте, они у меня на своем слое, я их скрыла из видимости. Это такие маленькие лайфхаки, которые очень упрощают жизнь, честно вам скажу. Потому что так вы будете цепляться, а так вы на разных слоях. Вот зачем слои использовать? Вот для этого, для ускорения процесса. Так, и вот здесь последнюю штучку. Что я делаю всегда? Ctrl-A, правой кнопочкой мыши сгруппировать. Вот они, смотрите, наши тени, непрозрачность до нужного уровня. Теперь смотрите, у нас есть линии. Линии должны быть поверх, слой наверх сейчас выберем. Тоже Ctrl-A, сгруппировать. Они будут танюсенькие, 0,25, не нужны мне такие ковалки. И можно сделать вот такие линии. Ну вот смотрите, какая красота получилась. Все тени на местах, все на местах. Чтобы это все вместе объединить, у нас линии сгруппированы в одно, складки в другое, мы все это вместе сгруппировываем. Оно все собирается на один слой. И это прекрасно. Вот, теперь это тоже давайте сгруппируем. Вот такая ретро-шалость у меня получилась. Выходя в режим изоляции, все у вас прекрасно работает. И давайте теперь наш с вами купальничек зальем розочками. У нас же были розочки, которые я вам обещала. Да, принт у меня уже отрисованный. И вот, так, вот таким безобразием мы сейчас наш купальник зальем. Копирую, просто сюда его вставляю. Смотрите, здесь сразу он появился. А и... Берем инструмент Direct Selection. Основные наши моменты мы сейчас им и зальем. Давайте вот эту часть пока заливать не будем. Посмотрим основу. Оп. Насколько, как бы, надо помельче. Однозначно надо помельче. Это мы с вами видим. Так, давайте посмотрим. 35. Не хочет. Вот иногда вот так его подклинивает. Что нужно сделать? Нужно не паниковать, выбрать все, что у нас этим цветом залито. И вот еще раз попробовать. Так, 35 тоже плохо. 10. О, 10 уже у нас ретро-розочки полезли. Отлично. Что у меня вот здесь с купальником? Давайте посмотрим и давайте разберемся, как нам это поправить. Ничего страшного тут нету. А, просто у нас цвета заливки здесь вот так нету. Здесь у нас оказался цвет у линии делящей. Эти штучки мы с вами тоже заливаем основой. Так, и здесь тоже мы с вами все заливаем основой. Вот. Тень мягко вошла. И вот смотрите, вот такое... Ну, правда, ретро-безобразие у меня получилось. Мне кажется, этот принт еще больше это подчеркнул. Но, на мой взгляд, это достаточно забавно. Я вам показала пример, как рисовать вот такую вот жаточку. И как это делать достаточно быстро. Кстати, смотрите, сейчас можно немножечко тени сделать поинтенсивнее, чтобы их лучше было видно, если это необходимо. И аккуратнее с этим, не переборщите. Вот так вот чуть-чуть более интенсивно видно, что оно так все
пожато у нас, пожато, да? А можно линии сделать чуть более интенсивными. Попробуем. Они у нас 0,25, мы можем 0,5 сделать. Вот оно тогда показывает, что вот это прям складки, 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 более такие вот интенсивные. И видите, бант, он как бы там внутри, то есть вот здесь есть завязка, а там вот за ней бант. То есть она не завязана у нас в шею, а ну, наружу туда, за спину. Вот таким образом у нас получилось. На этом все. Не забудьте поставить лайк, дизлайк, написать комментарий, если вы хотите что-то порисовать. Рисую я эскизы постоянно, поэтому не забывайте подписаться на канал, чтобы ничего нового не пропустить. Стараюсь с вами делиться именно теми полезными лайфхаками, которые использую для работы с эскизами, чтобы быстрее, эффективнее, ну и, конечно же, красиво их нарисовать. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.